Всем привет-привет! Сегодня я хочу поделиться с вами новостью, неожиданной для меня. В общем, я сразу и не заметила. Для меня это была приятная неожиданность. Стоит у меня этот красавчик на кухне, на северном окне. Я на него постоянно любуюсь. И как я вижу, что-то зеленеет. Зеленеет, зеленеет, как я раздвигаю цветочки. Что у нас тут? Детка. И какая уже большая детка. Как я начала приглядываться еще. Он мне начал отцветать, и поэтому стало более все видно. Значит, приглядываюсь. Видите? На кончиках. Это будет следующая детка. Как я приглядываюсь вновь, это будет следующая детка. Как я приглядываюсь, это будет следующая детка. Сейчас. И вот раздвигает цветочки. Вот. В общей сложности, сейчас я скажу, раз, два, три, четыре, пять. В общем, друзья мои, в общей сложности 5 штук. Вот такой вот он действительно детка делал. Многодетный папаша. Мика! Это я вышла на балкон, потому что тут много-много света. И, конечно же, Ника не упустила возможности пройти. Так. Вот прям на самых кончиках. Этой зеленцы раньше не было. Я смотрю, она активно развивается. Он заканчивает свое цветение и, видать, хочет продолжить свой род. У меня счастья просто не было предела. Так что да, у меня будут первые детки. Вот так бы все орхидеи размножались, как эквестрис. А немножко про уход, чтобы вы понимали содержание. Стоит он у меня на северном окне, на кухне. Значит, стоит он у меня в таком кашпо. Много дырочек. И стоит вот так вот. Да, я вчера его поливала. Водичка лишняя на дно сбежала. Стоит он у меня на камушке, чтобы по бокам был доступ воздуха. Потому что когда горшочек плотно сидит, кашпо, корни начинают задыхаться, и орхидея пускает то ли воздушные корни, то ли ей не очень нравятся корни, начинают преть, плохо она начинает расти. Это уже замечено, поверьте мне. Вот моим нравится, вот когда таким образом, когда со всех сторон есть доступ. Поэтому я что-то подкладываю. Либо отрезаю дно бутылки пластиковой, подкладываю, либо что под руку попадется, то и подкладываю. Вот. Опрыскиваю я его своим биогумусом. Так, субстрат какой у меня? Субстрат, значит, кора. Уголь, и я немножко подмешала кокосового субстрата. Вот. Сверху мох. Поливаю либо проливом, либо замачиванием. То есть, когда у меня есть время, я его замачиваю. Наливаю водички в это кашпо. Вот так вот. Он у меня стоит минут 10. Вот. Вот такой вот простой уход. Ничего сложного. Да, и опрыскиваю я биогумусом. Я уже говорила 100 раз, еще скажу 100 первый раз. Значит, 1-2 капли биогумуса на литр воды из пульверизатора. И опрыскиваю все свои орхидеи. Это получается подкормочка такая по листу. Орхидеи это очень-очень любят.
Они от этого становятся красивыми, ухоженными. Вот. Так что, да, вот такой вот эквестрис. Меня порадовал. Какая хорошенькая деточка. Думаю, ну что же там такое зеленое? А тут было побольше цветов. Эти цветы полностью скрывали. Я долгое время ее не видела. Она росла до вот такого вот возраста. Там есть корешки. Лезет третий цветочек. Ой, третий листочек. Уже третий листочек скоро появится. И детки намечаются на остальных, на самых-самых кончиках. О, боже, как интересно. Вот тут ничего не намечается. Но тут нет. Значит, повторюсь, ко мне он приехал, не помню, это подарок мой на какой-то февральский праздник. Вот. Приехал он ко мне таким вот желтеньким, листья были желтые, такие салатовые, бледные. Вот нижние листы, они вообще были такие, какого-то болезненного цвета. Пока я не начала свой уход, опрыскивание биогумусом. Перед этим, конечно, у меня прошел профилактики опрыскивания от вредителей. Вот, и поправился, все мне стало хорошо, все, зеленый, бодрый. Вот такой вот эквестрис. Прошла неделька приблизительно, наш эквестрис начал отцветать, практически все цветочки уже отцвели. И давайте посмотрим, пересчитаем, сколько же у него деток. И эти детки, я вам хочу сказать, очень-очень быстро растут. Вот бы каждая орхидея так размножалась, это мне очень нравится. Но до такой степени он плодовитый, настоящий папочка эквестрис. Вот это мне нравится, без всяких заморочек. Орхидейка благодарная, очень. Давайте начнем с самой большой детки. Она вот тут вот спряталась. У нее уже даже растут корешочки. Вот она. Первая детка, самая большая. Раз. Возле нее растет детка два. Давайте дальше смотреть. Вот, явно видно детка 3. Так. Будем медленно вращать и рассматривать. Вот, спрятался на кончике 4. То есть получается на каждом кончике цветоноса. Посмотрите, как интересно. Раз, два, 3, 4. 4, вот пятая, то есть 5 уже. Так, 5, вот спряталась еще одна. 6. Она маленькая, но они, я же говорю, очень быстро растут. 6. Ну, в общем, пока 6 я вижу. Еще раз. Потому что мне самое интересно. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6. Пока что 6. В какой-то раз я считала 7, но я могла ошибиться. 6 деток. Моя орхидейка мне преподнесла вот такой вот сюрприз. Я этому несказанно рада. В
первой части видео я рассказывала о уходе за ней, что она любит, что я делаю. Как вы видите, детки появляются на таких вот ответвлениях на цветоносе, которые, ну, палочка, как держатель палочка, такой толщиной. То есть на взрослом растении. Это растение уже, я не знаю, сколько ему. Не орхидейка, а просто чудо. Я под впечатлением была таким, когда я это увидела. И мне теперь очень-очень интересно за этими детками наблюдать. Они растут очень быстро. Ничем я их не опрыскиваю сверху, ничем не удобряю. Кроме, как я говорила, как я ухаживаю за самим растением. Что я делаю? Конечно же, мой любимый биогумус. Волшебная смесь. Куда же без него? Вот. Без него не обошлось. Вот такая интересная картина. Буду за ними наблюдать и с вами делиться, как они будут расти, развиваться. Очень интересный экземпляр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео о дальнейшем развитии деток на эквестрисе. Всем пока-пока! Печется хлебушек, вот так это выглядит. Орхидеюшкам нравится там быть, когда им немножко там от хлебопечки идет тепло. И таким образом получается тоже перепад температур. Окошко открыто. Так что такие у нас дела. Да, кот? Приехал к нам котик наш. Котик это все время был у нас, у моей мамы жил. Какой красавчик. А теперь он у нас. Да? Скажи, я приехала в гости к кошечке. Своей дорогой и любимой. Большой-большой, взрослый. А любит, чтобы с ним игрались. Чтобы его чесали. Уделяли внимание. А играется утром и вечером, как маленький котенок. Бегает, прыгает. Скажи, я такой здоровый, но в душе, скажи, я котенок.